В библиотеке истории города имени Текутева состоялась презентация издания «Кавалеры славы и отваги». Оно стало лауреатом регионального конкурса «Книга года» в номинации «Лучшая патриотическая книга». По словам автора издания Рафаэля Гольдберга, это своего рода документальная экспедиция в прошлое и одновременно отчет о том, как искали пропавших без вести солдат 229-й стрелковой дивизии. Напомню, это войсковое соединение было сформировано в Ишиме в декабре 1941 года. Мы нашли одного минометчика, который на учениях перед Курской битвой, как-то были учения перед Курской битвой, и он показал такое владение минометом, что ему медаль дали до начала Курской битвы. То есть он сделал 36 выстрелов из миномета, и он не сдвинул прицел.